Всем привет, ребятишки, сегодня мы продолжаем играть в супермодели Стикман и... Что за крестик? А, типа выйти. И, как вы уже поняли по названию ролика, сегодня играем в версию 2021 года. Кстати, я ее застала. Я в ней играла. Здесь тоже мап-эдитор, но старый. Капец. Как будто интерфейс больше. Да, все так неприлично. Жесть. И survival есть. Все странно выглядит, конечно. Ну ладно. Чё с мороженкой? О, капец. Прикол. Но особых изменений я не вижу. А тут, кстати же, все красное, да? Подожди, если мы сейчас зайдем. Да, капец. Красная мороженка. Давно я не видел. Так, ну ладно, рандом, рандом. Все, офигеть. Все на левелах. Так. Дамаг, бам-бам. Вроде так. Нет, вот это, по-моему, вот так нужно. Прописываю непривычно. Тут еще какое-то маленькое. Так. Музыка что такая песня? Что меня радует, так это на этой версии хотя бы можно скинчики. Нормальный. Вот так. Ё-моё. Ой, еще и хпшки ставили. Офигеть. Непривычненько. Но все-таки эта версия получается 2 года назад. Так что да, в принципе. Неудивительно, что непривычно. Йо, это же старая карта. Безелейтиум. Она теперь называется. Это, короче, супер огромная карта. Там вообще где-то пределы, не помню. Очень далеко. Так, значит. Привет. Капец. Ах ты ж собака. Я сейчас дом. Что-то как будто подлагивает, или мне кажется, не знаю. У меня как будто немножечко под зависает это все. Что ты встал на месте, а? Засунь себе этот бумеранг подальше. Ай. Ладно, ладно, молчу. Скотина. Блин, я сейчас проиграла. А, мне на бумеранге играть почти. 9-й левел. Кстати, он неплохо играет. Тихо, 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 тихо. Даже, наверное, больше, чем неплохо. Вот, стой, 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 стой. Тихо, тихо, тихо. На, хорош. Все-таки затащил. Привет. О, гитара старая. Ё-моё. Ё. Мне это кокос напоминает почему-то. Его текстура старая. Вот я еще после оглушительной рекламы понял, что здесь ее бессмысленно смотреть. Ну, в целях игроков, конечно. Типа, здесь монет нет. Я вспомнил, что они... монеты-то добавили в 22-м вроде. Как раз. Так что здесь нифигашечки нет. Ну, в принципе, они... оно и не надо. Типа, у нас на то оригиналы есть. Что-то сейчас не делает. Кстати, здесь, по-моему, она по стенам... А, нет, тоже по стенам лазит. Фига себе. Да, реально. Да ладно, она с 2021-го по стенам, что ли, лазит? Или это, типа, какие-то новинки от себя, с 23-го перешла, нет? Не знаю. Кто шарит, напишите, пожалуйста. Ой, на кого посадили. Капец. Счет еще, кстати, разноцветный, тоже заметил.
Тихо. Где отсюда? Канаву затолкал. Чисто. Так. Пошел уже. Доброта. Реально какой-то кокос. На палочке. Дима. Капец. Ё, а чё мне так на красную фольгу портить? Меня чуть не выкинули. Я застрял на потолке. Да блин, ну что, нет. Не хочу я вам оценку ставить. Да вы заколебали. Реклама бесит. Знаете, аж интернет выключил. Какого? Ёооо! Фига, блин. Капец. Вот здесь мы находили, да. А 2019-го такого не было, потому что я в этот момент еще не играл. Я как раз вроде с 21-го начал играть. Ох ты ж. Если что, я начал намного раньше играть, чем снимать видео по той игре. По этой смысле, по той. А, блин, у меня же тут жёлт, они сейчас, они раньше жёлтые были, а сейчас они были дома, тут спал. Почему нельзя было жёлтые вернуть? Типа, жёлтому плееру жёлтые, а не могу любые. Вот эта карта вообще почти, ну как почти, она, в принципе, не изменилась. Знаете, я делаю? Какие-то они слабые, что ли, эти палки, не пойму. Вот они слабее. Они вот. Они вытягиваются. Тогда не знаю. Ой, сейчас бомбанет. Ой, фига. Еще и не до конца, она взрывается, прикол. Гарпуны разные. Вот. О, кстати, вот эта карта крутая с кругами. Хорошо, что они добавили эту версию. Потому что здесь вот такая вот крутая карта есть. Где нельзя от них сейвиться никак от этих поездов. Ну, не считая вылезти за карту. Сейчас мне задержаться. Вот это круто, что они ее добавили. Ну, как добавили? В смысле, что здесь нет никакого пространства. Нет. Хорошо, очень. Не пойму, зачем было делать вот такую фигню. Расширять карту, если можно было просто немножко ниже сделать спавн стыкнули. И все было бы как раньше. Ну, может, типа, мало места нужно было бы. Ну, не знаю, мне кажется, нормально. Опять эти палки. Да, как будто та же игра, но все равно не получится. Другие ощущения. Туда-сюда прям пойдем. Сюда вообще не тома, что все палка блокируется. Сюда полез. Ну, сейчас тут спам, блин, колебало. Ва! Нормально. Фига, тут еще и старый топор. Ой, сейчас, кстати, у него обводка голубая. Ну, как обводка, вот видите, у него сейчас синий край, а там он сейчас голубой. Так, банан. Так. Банан. Фига, луна. Красиво. А чё она? В смысле, она вместе со мной перемещается, смотри. Вот. Да, реально, это странная луна. Видите? Луна, что с тобой? Она туда-сюда двигается. Чё за фигня? Сейчас мы снимем. О, фига, я красиво. Типа. Лови ответку. Там, два снайпера, видите, никудышно. Ой. Ну-ка, свали. Да ты посмотри, а, не просто зажимает всё, снайпер такой. Что-то не погрел меня. Ой, ну она опять отползит. Да. Еще и снайпер сумма. Ну давайте последнюю карту, а здесь какая? Ой, здесь старая механика.
косы, кстати. Я думал, уже должна быть новая это. Здесь он был кстати. Ладно, надеюсь, вам понравился этот видос. Если это так, ставь лайк. Всем пока!